Лера, улыбайся. Ты собака? А ты так улыбаешься, да? Это ты так улыбаешься? Ты провожаешь сестричку на поезд, да? А где поезд? Там? Нет, там только рейсы. И 5 часов вечера. Мы провожаем Кристину на поезд, да? Вернее, мы ее отвозим далеко-далеко. В целый Тель-Авив. Давайте, всем пока. Пока-пока-пока. Да, Лера аж за меня схватилась, так страшно. Лера, ты не часто видишь поезда, да, зайчик? Не часто, нет. А хочешь посмотреть на поезд, да? Классный поезд. Тебе нравится? Я знаю, что тебе нравится. Без остановки. Зайчик, мы едем на поезде. Классно. Там едем, да? Мы там едем. Классно тебе ехать. А кто там есть? В поле темно, там ничего не видно. И мы на поезде. А куда мы едем? Туда? Кристину отвозить, да? А где Кристина? А кто это такой? Кто? Кристина? Классно ехать на поезде. Нравится тебе? Ой, как хорошо, что тебе нравится. И поезд нам нравится. И Лера на поезде. И Кристина на поезде. Все на поезде едут. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Ты так едешь, зайчик? Тюх-тюх-тюх. Тише сделайте, пожалуйста. Вы не одни. Немножко железной дороги, да, Дайчик? В Тель-Авиве мы провели Кристину, и мы...